И вот такие. Ну, такие через зеленую голову. Хирург Ибийской городской больницы номер 2 не оперировали около 2 лет. Такая долгая пауза возникла из-за пандемии коронавируса. Больницу переформатировали под ковидный госпиталь. И вот, наконец, учреждение стало работать по своему профилю, и пациентам начали проводить первые операции. Мы 2 года этого ждали, всю пандемию, сохранили коллектив. И очень рады, что начали снова оперировать. Прошло уже несколько операций для пациентов с паховой грыжей. Бийчан оперировали под региональной анестезией. Человек в сознании, но боль не чувствует. Такая операция длится меньше часа. Основной поток пациентов ожидается на следующей неделе. Ну, я думаю, что у нас та неделя будет полностью загружена, потому что наши поликлиники даже уже сообщают, что очень много пациентов обратилось и обследуются. Я думаю, что на следующей неделе, к концу, я думаю, мы заполнимся практически. Возможности блока позволяют ежедневно проводить по 10 хирургических вмешательств. И теперь горожанам не нужно ездить в Барнаул либо другие регионы для проведения плановых операций. Юлия Щепина. День с толком.